Дом Олина выглядит пустым. Ну что, ложиться спать? Вроде со всеми делами разобралась. Спать, Элизабет, когда на тебе лежала такая ответственность. А ты, Раст, после убийства твоей семьи. Сайленс, ты тут? Что просить совета у призрака? Вести с востока. Король Солнца Ават ожидает в храме Солнца. Армия собирается перед долгим маршем на город? Боюсь, это не костры. Тогда что? Конец. По крайней мере, его начало. Самые истребители. К пушкам! К пушкам! Давайте! Не стойте! Выполняйте приказ! Все! Готово! По команде! Начнем стрелять! Думаешь, это их остановит? Вот сейчас и узнаем. Пришлите помощь! Нет, Элой! Нам нужны эти пушки! Он прирежет тебя! Не в этот раз! Слишком долго ты меня заждала. Что же ты не сразился со мной в кольце солнца? Зачем ты борешься? Твоя участь неизбежна. Свою слабость. Это еще не конец.
Держись подальше! Вблизи он слишком опасен. Тебя ждет лишь вечная ночь. Даже не понимает, что его используют. Твоя жизнь – сплошная ошибка. И скоро все забудут твое имя. Обрати свой лик к солнцу и подумай. Лишняя тяжесть. Платформа!
нужно перевести дух и подготовиться. Элой! Так. Хвала матери, ты жива. Я думал, тебя убили. А остальные? Они... Нет, их потрепало, но почти все живы.
Машины разрушили деревню и сразу пошли дальше. Они двинулись к шпилю, волоча за собой свой жуткий трофей. Позаботься о них так. Мне надо идти. Выстрел. Или мои знаки почета ничего не стоят. Сигнал. Если Аид начал передачу сигнала, значит, он прорвал оборону. Но авангард Эренда. Мне нужно наверх. Останавливаться. Вперед! Я знаю, что это будет непросто. Медлить нельзя. Вы видите? Мы думали, ты пала на Кряже. Нет, это Кряж упал на меня. Времени остается совсем мало.
Я сражусь с Саидом. Не одна. Это мой бой. Я не вправе звать вас. А мы и так туда собирались, да? Да. Ястреб Дрозд, идем. Нужно вооружиться. Другого шанса не будет.